Я обращаюсь к вам с просьбой. Пожалуйста, используйте систему PySend. Она работает везде. Мы проверили. Система работает. Будем рады вашим откликам. Сейчас, друзья, пожалуйста, переключитесь на систему PySend. Всего вам самого-самого доброго. Добрый день, друзья, с вами Лохматая Душа. Немножечко расскажу о наших новостях, но сначала скажу самую главную новость. Ребята, у нас нет корма. У нас опять закончился корм. Это происходит то, о чем мы говорили с вами до Нового года в декабре. Ребята, мы очень рассчитывали, что сможем собрать, и нам хватит, но, к сожалению, не получилось. Ребята, приют огромен. Он высасывает, он выматывает. Ребята, дело в том, что вот здесь мы сейчас пытаемся сделать карантин. Нам очень нужны стройматериалы. Очень. Мы смогли сделать пока только пол, и на этом мы остановились. У нас закончились стройматериалы. А место у нас будет очень хорошее. Потому что там, где мы капаем малышей, там просто негде повернуться. И малышей много. Мы хотим сделать карантинные отсеки. Хотим сделать вольерчики отдельные. Для выздоравливающих, для больных. Ребята, это жизненно необходимо. Для тех, кто только к нам попал. Вот это расстояние будет, оно будет разделено на две части. Одна будет для самых тяжелых, другая для, будет отсек для выздоравливающих. Ребята, я прошу у вас помощи не только на корм, хотя это первоочередное. Это очень важно и это просто жизненно необходимо. Сами понимаете, строить это, я понимаю, надо. Ну как мне быть, если это все взаимосвязано? Взаимосвязан корм, взаимосвязан карантин, без которого нам, не выжить. Вы видите, постоянно малыши болеют. Стоит сделать прививку, сделать глистогонку, и это бич не только нашего приюта. Это бич всех приютов. Поэтому малыши приходят к нам уже больными. Мы не знаем, потому что они... Ну, мы находим их где? То на обочинах, то на помойках, то под гаражами. И дети хватают страшные инфекции. Ребята, тот, кто в этом не варится, тот до конца этого не осознает. Но малыши у нас приходят почти все больными. Это очень страшно. Страшно, ребята, потому что только мы с вами можем им помочь. Ребята, я еще раз говорю, мы вот здесь строим сейчас карантин, и он нам необходим. Ребят, но я прошу вас, корм, помогите нам с кормами. Ну, приют огромный. Мы пристраиваем, я понимаю. У нас дети уезжают. Но отправив 5 собак, мы получаем 10 щенят в коробке. И как с этим бороться, я не знаю. Мы из сил рвемся, мы делаем все, что можем. Ребята, от вас я прошу только одно. Помогите нам их накормить. И помогите нам сделать карантин. Вы знаете, мы строим быстро. Мы все выкладываем в это. Все силы отдаем. Мне только нужна ваша поддержка. Ребята, вы же тоже заинтересованы в том, чтобы наши дети выздоравливали быстрее. Я прошу вас, помогите нам, пожалуйста. Помогите, ребята. И обратите внимание на то, что нам необходим корм. Корм, ребят. Морозы, холод. Если собака сытая, она не замерзает. Я прошу вас, Лохматая Душа, это мы все. Это не только я, это мы, ребята. Мы, все, кто хоть раз зашел к нам на страничку. И если вы зашли, значит, вы неравнодушны. Ребята, я прошу вашей поддержки. Пожалуйста, я прошу вашей поддержки. Помогите. Пожалуйста, помогите. Ha ha ha!
ребят, поверьте, мы делаем все, что можем. Тихо, зайка. Этот карапуз, да? Всяка, Анина. Ребята, пожалуйста, нам нужна ваша помощь. Я вас очень прошу. Клянусь Богом, мы делаем, что можем. Но без вас нам не справиться. Помогите нам, пожалуйста. Помогите, ребята. Лохматая душа — это мы все. Пожалуйста, помогите. Друзья, давайте перешлем видео куда угодно, куда вам только ваша фантазия вас направит. По любым сайтам, по любым комментариям. Ребята, я прошу у вас поддержки. Информационной, сильной. Ребята, нам нужен корм. Прошу вас, мои хорошие, пожалуйста, отзовитесь. Давайте поможем. Я очень вас надеюсь. И я вам верю. Верю, что вы нас не оставите.